Нужно просто для начала немножечко. Так, починить мы можем. Починим однозарядное ружье. Шлем с очками мы починим. И, наверное, что-нибудь съедим такое сочненькое. Сочненькое, или, может быть, готовый обед, детоксин. Это стимулятор. Просто примем стимулятор. Ломано про стимулятор. Ну-ка, как там? Жизнь у нас много восстановит стимулятор обычный, стандартный. Да, немного. Докторский саквояж, конечно, можно было. Давайте мы докторским саквояжем починим себе голову. Починим себе голову, как бы это ни звучало дивно. Ну и все же таки еще примем один стимулятор. Хорошо, нас не видят. Вот нас сейчас не видят. Давайте мы тогда открываем пистолет, гильза, патрон. Все забираем. Окей. Может быть, нет. В столе письменном у нас пусто. И книг никаких полезных не видно. Ну, хорошо. Сейчас опять же. Дружище. Ну, почему мой робот всех убить хочет? Причем, когда убивают этого чувака, всем по барабану, да, остальным подрывникам. Может, тебе надо выделить броню? Ну, на тебе вот. Броня подрывников. Я надеюсь, ты ее якобы оденешь, ну, или что-нибудь сделаешь с ней похоже. Хорошо, мы тогда здесь чуть по-другому, чтобы до 40 ремонт дотянуть, и кинуть парочку на взлом. Парочку. Хотя давайте мы такие как раз. Ну, практически, да, все хорошо. Эй. Он ее просто выкинул. Ну, ладно. Сохранимся. Так, ты тут сидел на баллонах с воздухом. С кислородом, точнее. Так, докторский саквояж. Нас не видят. Пока нас не видят, надо брать докторский саквояж. Ладно, так, сохранились. Может быть, здесь просто стен нету, не текстура, а просто как бы их просто нету. Нас не видят. Очищенная вода, свежее яблочко. Так, нет, никто не заметил. Никто нас не заметил. Замечательно. Так, ну вот сейчас вот все вот злые дядьки будут как раз в этой комнате. Воу-воу-воу, тихо. А еще раз я смогу? О, смогу. Нет, не смогу. Так, вот. У этого товарища пистолет. Не очень таки добрый. Воу-воу-воу, тихо. Надо что-то взять теперь. Более скорострельное, например. Так. Например, динамит. Весьма неплохой вариант был бы, конечно, но я думаю, с пистолетом с этим. Главное, чтобы Эдди не убили. Хотя как его убьют? А ну-ка. Нет. Давайте мы тебе отстрелим руку твою, например. Ну, левую. Ладно. До правой не дотянемся, а левую отстрелим. Лучше бы, наверное, я в ногу перестрелился. Так. Нога. А, ну как раз сейчас. Нет, все равно не хватило мне. Что же это такое? Все. Что, дружище, ты еще тоже что-то хочешь? Эх, мало очков действий. Я тут по стелсу, значит, крадусь. Как у тебя дела вообще там, Эдди? Ты куда, дружок? Нет, стой! Ушел, гад.
Но мы всех зато перебили здесь. Может быть, у нас какие-то квесты были бы тут, конечно же. С ребятами, с этими изгоем. Мы произвели очень плохое впечатление на сообщество. На сообщество подрывников. Так, хорошо. Вот сейчас я тебе голову таки отстрелю. Нет, не отстрелю. Ну ладно. Хорошо. Зато мы набрали очень много всякого вкусного и интересного. Терминал начальника тюрьмы. Стол. С кучей всего. Режущая перчатка. Эх, я бы все бы забрал бы. Ой, караванчика давайте заберем. Патроны. Перчатку. О, перчатка. Весит много. Ну-ка, Эдди. Давай мы в тебя что-нибудь повыкладываем. Например, те же вот пистолеты. Пистолет, пулемет, бейсбольный. Это оставим. А, дробовик караванчика тот же, все. И уже мы можем нормально ходить. Хорошо. Терминал начальника тюрьмы. Журнал начальника тюрьмы. Перевод охранников на восток. Об угрозе со стороны Цезаря. Подозрение о заговоре. Набросок жалобы командования НКР. Но это... Все понятно. За этим стоит Кук. Ничего конкретного, но напряжение чувствуется. А Куки, он весьма популярен среди молодых заключенных, и многие из них увлечены его речами, пронизанными ненавистью к НКР. Группа Кука сплошь образованные заключенные. И особенно он сам. Они не перерекаются и всегда делают то, что им велели. Все это меня нервирует. Я бы вел за ними круглосуточное наблюдение, если бы мог. Все, ой. Тебе уже не понадобится. Ну да, не понадобится, наверное, потому что ты уже и умер давненько. Ну, не понадобится, потому что Кука больше нету. Давайте мы таки найдем труп Кука. Блин, взлом 50 надо. Ну-ка. Взлом 50 надо. Грустно. Так. О! Учебник для конгрессмена. Вот это хорошо. Учебник для конгрессмена даст мне постоянную прибавку к навыкам. Так, ну, учебник. Разное, наверное, здесь. Нет? А, ложь. Он назывался ложь. Кламеноу парасете клам... Так, здесь нету. Ну-ка. Ложь. Учебник для конгрессмена. Да, красноречие увеличилось на 4. Так бы оно увеличилось на 2, но мы взяли навык, и теперь красноречие увеличилось на... Взяли перк на прошлом, при прошлом повышении уровня, и теперь наше красноречие... Блин, красноречие, в общем, увеличивается в 2 раза больше. Та-та-та-та. Так, что-то я совсем заговорился. Не красноречие увеличивается, а, собственно... Увеличивается любые навыки, которые мы получаем при прочтении книжек. Хорошо, Эдди. Броня охранника. Мне интересно. Отлично. Ключ администратора. О, сейчас мы открываем все замки. Плазменный пистолет, энергетическая батарейка. Все забираем. Эдди. Как твое самочувствие, интересно? Вот жалко, что даже вроде бы напарник, да? Как посмотреть, как он себя чувствует? Заряд плазменный пистолет, револьвер, честь, 3 револьвера, режущая перчатка, бинокль, все. Ну-ка, может быть, как-то можно? Стимулятор, а, вот, очки здоровья, 180, стимуляторов 32. Чудесно, что ли, чудесно. Подрывник. Забираем, давайте пистолет-пулемет возьмем. Будем ходить теперь уже с пистолетом-пулеметом. Потому что у нас уже их много, и мы можем спокойно их чинить. Так, гильза, броня охранников, Эдди. Нет, стоп, а где Кук? Кука нет? Кук. Как же Кук? Может, это Кук убежал как раз? Оу, нет. Так, ладно. Угу.
Странно. Странно, странно. Хорошо. Давайте теперь, может быть, как раз мы сможем пооткрывать вот эти вот закрытые двери. Например, вот сюда. Использовать ключик. Отлично. Ящик со взрывчаткой. Металлическая ложка. Отлично. Противопехотная мина. 75, 50. Ну, мину возьму. Патроны по-любому все возьму. Они ничего не весят, что не может не радовать, конечно же. Так. Довоенные деньги. Кружка отхода электроники. Проводник. Сенсорный модуль. Мне когда-то нужен был сенсорный модуль. Все, я уже не могу двинуться с места. Эдди, Эдди, на тебе что-нибудь. Помоги мне донести, я не знаю, типа пистолет, пулемет, что ли. Динамит. Вармит винтовка. Однозарядная. О, мина и револьвер. Очередной револьвер. Столько этих револьверов. Может попробовать пострелять с него? Так, так, так. Здесь где-то было что-то еще. О, голод. Ладно, пора что-то съесть. Хорошо. Так, так, так. Истощенный проводник, проводник, помощь. Мясо гекона, гекона, мясо дудня, очищенная вода. Давайте мы выпьем водички немного. Плод банановой юбки. Перец. Еда плюс 7. Точнее, вода плюс 7. Так. Интересно. Агава. Хорошо. Опомнится. Хорошо. Вот этот. Так, выносливость. Минус 1. Так, эффект быстро пройдет. Хорошо. Как у нас статус теперь? Мне плохо, плохо, видимо. Радиации у меня всего лишь 2. Так, пить я не хочу абсолютно. Ну, немножечко хочу есть. Ну, и да, больше, чем немножко хочу спать. Так, так, так. Где-то у нас что-то было закрыто еще. Я забыл, что было закрыто у нас. Так, одну дверь я открыл ключом. Что-то я упустил. Вот эту дверь мы открыли ключом. Может быть, этому дверь открыли? Да нет, я только одну дверь открывал ключом. А, сейф, во-первых, вот здесь есть. Заперто. Запертый сейф. Ну ладно. Ради сейфа мы таким журнальчик заюзаем. Да, нам нужно журнал. Так, боезапас, помощь. Замочный мастер, да? Замочный мастер, взлом плюс 20. Отлично. И теперь мы сохранимся на всякий случай и попробуем взломать этот сейф. Тихо, тихо, я чувствую. Вот, отлично. 240 монет. Это очень круто. Это военные деньги, кошеглаз, психо, пустой шприц, спок, стимулятор. Отлично. Это все чудесно, чудесно, прелестно, прекрасно. Ну, что-то мне кажется, что я где-то что-то пропустил. Что, где-то еще нужно было что-то взломать. Ну ладно. Может быть. Где-то в другом месте. Ладно, все. Все, мы тут... Все, совсем разобрались, да? И пора отсюда вам уходить. И тут еще дружок где-то должен бегать, по идее. Я, наверное, возьму, давайте... Оп! А, это просто подрывник, к сожалению. Однозарядное ружье. Эй, куда ты зашел? Стой, погоди, дружок. Ты где? Вот ты где, я понял. Метки выстрелил. Хорошо, заберем все твои пистолеты, пистолет-пулеметы и все остальное. И как раз можем починить их. Да, так, 9-миллиметровый пистолет мы оставим один. Все же, я думаю, это, что получается, зря купил на него улучшение, да? Да, получается зря.
Отлично. Пистолет-пулемет. Хорошо работает. Так, так, все. Починить больше ничего не могу. Пистолет этот мы выкинем тогда. Вот. Здорово. И... А, я нажал на тильде. Я понял. Так, но не было. Не было здесь главы. Главы разбойников-то. Как же так? Ну, я думаю, сейчас мы еще найдем кого-нибудь здесь. Тюремный блок А. Привет, друзья. О, промазал. Привет. Мне нравится звук получения кармы. Динамит, кий, броня охранников. Понятно. Без бронежилета ребята против лазера долго не живут. Против лазера Эдди. Так, пистолет, бутылочная крышка, солдатская одежда. Хотя, вроде броня у него какая-то была. Пистолет. Ящик со взрывчаткой. О, заколка. Тихо. Стрелять по ящику со взрывчаткой не самая лучшая идея. Хорошо, что здесь это не реализовано нормально. Так, гидра. Вот, гидра ничего не есть. Надо, значит, надо брать. Может, я могу кого-то спасти? Может, тут кого-то заложником держит, например? Я даже не знаю, кого. Бывшего охранника тут, тюрьмы. Допустим, осколочные гранаты. Забираем. Эх. Опять. Шлем бойца. Забираем. Опять не хватает мне навыка взлома. Еще противопехотные мины. Блин. Надо брать. Они много денег стоят. Теперь надо все это выложить. Ага, вес 27 из 210. А, отлично. В принципе, все хорошо. Все нормально. Просто раньше, по-моему, когда я играл первые разы, этой менюшки не было. Все через диалоги. Взаимодействие с нашими компаньонами шло. Так, динамит давайте выложим. Осколочные гранаты, все противопехотные мины. И это мы все можем сочненько продать-то. Да. Хотя 10-миллиметровым пистолетом мы как-то не стреляем. Совсем неудобно стрелять. Давайте мы вот так вот сделаем. Хорошо, я согласен. Тут у нас, как я понимаю, ничего. И у нас еще один тюремный блок остался. Да, последний. И мы тюрьму, в принципе, всю зачистили. По идее. Эй! Эх, жалко. Не хватает очков. Картер. В задницу просто стрельнули лазером. Скопытился. Ну, на минных подрывников, наверное, ключ от блока камер Б. Вот мирный подрывник, вполне нормальный чувак себе такой. Металлолом, хирургическая... Да, тихо. Хирургическая пила. Я возьму хирургическую пилу. Я... Костыль, пачка сигарет, нет, это нам не надо. Листодув. Не надо? Нет, все-таки это не мирный подрывник. Теперь мирный подрывник. Опять презренный. Опять меня подрывники не любят. Как будто бы они хоть когда-то меня любили. Забираем динамит. Свинцовая труба. Шлем бойца тоже заберу. Не на всякий случай. Так. Металлический ящик. Кружка. Ничего интересного нет. Не нужен листодув. Давайте заберем листодув. О, схема. Пороховой заряд. Это интересно. Я сюда уже недаром зашел. Так. Помощь. Давайте посмотрим. Схема. Нет. Значит, наверное, здесь схема. А?
Или я автоматом их выучила. А, вот схема пороховой заряд. Позволяет вам изготавливать пороховые заряды. Окей, я согласен. Так, что у нас тут еще есть? Куски металлолома давайте заберем. Бутылочная крышка. Бутылочная. О, сейчас 170 крышек бутылочных. Хорошо. Все, вроде бы все. Иди, снова тебе все нести. А на самом деле, нам уже не нужна броня подрывников. Винтовку я оставлю, ружье я оставлю. Нам не нужна броня охранников подрывников. Вообще не нужна уже эта броня, он ее, Леди тоже ее не берет, сразу выкидывает, правильно. Не нужно глупости брать. Докторский саквояж. Так, а что тебе можно такого выложить? А, я знаю, что тебе можно выложить. Как раз листодув. Он в разном. Пустой шприц, проводник. Листодув. А, листодув всего два весит. Ладно, все. Отлично. Так, Картер. Бедный Картер. Нужно одеть броню, не забудьте. А то ничем хорошим это не закончится. Окей, шлем. И починим полностью теперь шлем. Отлично. Так, бинокль, однозарядное ружье. И у меня теперь пистолет-пулемет есть, который можно очень клево всех расстреливать. Такой, похож, правда, на какой-то времен Второй мировой войны. Отлично, я взломал пустой сундук. Хорошо, что вроде бы, как я не уверен, конечно, но вроде бы как на взлом не тратятся отмычки. Нет, не отмычки, а заколки. То есть, если она не сломалась, она не потратилась, не израсходовалась. Ну, вроде бы все. Что у нас тут еще интересненького? Ничего. Все. В общем, всех убили. Всех врагов мы покарали. Меня теперь должны просто все превозносить в нормальном цивилизованном мире. Тут у нас уже нет там сортира. Туда нам не нужно. Все. Теперь мы можем спокойно, с чистой совестью валить отсюда. Да, просто валить отсюда. Ну, еще с чистой совестью, наверное, не получится, конечно. Но еще будет избавиться от какого-то количества подрывников. Ну-ка. О, ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Бедняги торс повредили. Хорошо. Динамит. Мясо дутня нам не надо. А их, собственно, одежда и все остальное тоже не надо. Вилки, ложки. Блин, можно позабирать вилки, ложки. Это здорово. Это просто здорово. Так, динамит длинным сберем. Ложка не надо. Сигарета, да, опять же, не надо. Тут мы все позабирали. Опять вармит. Винтовка интересная. Гильза. Так. Тут еще есть... А, терминал не работающий. Очищенная вода. О, свежая морковка. Ай, грязную воду взял. Вот зря я грязную воду взял. Все равно ее пить не буду. Ну как терминал. Не работающая ошибка. Понятно. Починить нам его не получится, видимо. Так. Ну, все похоже. Журнальчика никакого нам не дадут. О, дадут. Век рыцарей. Хорошо. Ну, вроде бы, да, вроде бы теперь все. Ядерколу я бы взял бы, конечно же. Но она радиация нас заражает. А, ну, вот эту возьму штучку. И сразу ее выпью на самом деле. Самое. Не самое первое, но вот один. Отлично. О, кстати, ее тоже можно было бы поставить на горячие клавиши, да, но она в жизни восстанавливает понемногу. В принципе, да, интересный вариант такой. Все, мы теперь вернулись в пустошь, мы очистили исправительное учреждение НКР от
любых признаков подрывников, но сам Кук куда-то делся. Куда же делся Кук, непонятно. Но там был его, видимо, заместитель. Ну, наверное, пошел распространять веру в подрывников куда-то в другие места. Ну, может быть, мы его еще встретим. О, ящик со взрывчаткой. Включение. Грязная, да, военная одежда. Лучше бы здесь какой-нибудь журнальчик полезный бы лежал. Печка. Так, радиация плюс один. Ну, в принципе, неплохая такая еда сравнительно. Да, все. Ребятки, на этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.